Спасибо, рад вас видеть. Боксеры помогут. Боксеры помогут. Спортсмены и литераторы, художники и композиторы, работники и учащиеся образовательных учреждений. Руководители крупнейших городских сообществ сегодня подписывают особое соглашение о совместной работе по созданию комфортной городской среды. Спасибо большое. Надеюсь, тоже на помощь. Конечно, боксеры вместе поможем. Нам хочется тоже, чтобы в Самаре был у нас и культура, и порядок, и мы достойно встретили. И показали гостям с всего мира на чемпионате 2018 наш город. Вот для этого мы пригласили вас, чтобы вы, в свою очередь, поработали со своими категориями. Подписавшиеся под этим документом обязуются участвовать во всем, что будет улучшать облик Самары. Первым общим вкладом в чистоту и порядок города станет весенняя генеральная уборка. Нам жить в этом городе – это наш любимый дом. Наша задача, чтобы нам действительно жилось здесь хорошо, красиво, чисто. И только полагаться на то, что кто-то это будет делать за нас, конечно, нельзя. Присоединиться к соглашению пожелали более 50 общественных и коммерческих организаций. Документы уже подписали с Советом ректоров, профсоюзами, студенческими стройотрядами, Союзом женщин и филиалом сотовой компании. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События.